Так, даже не знаю, что сказать, потому что так называется это остров. Как? Сонкуль. Вот есть. Даша, она знает все, что здесь находится. Ну что, дорогие мои, тревел-фильмовцы и все, кто уважает и любит путешествия, гляньте вообще, где я нахожусь. Гляньте, посмотрите вокруг. Здесь высота 3500 метров. Это уникальнейшее озеро, находится в Киргизии. Я ничего не буду про него рассказывать по одной простой причине. Потому что вот это все надо стараться увидеть самому, своими глазками. Зайти на гору, мы влезли... А вон, смотри, детвора бегает. Конечно, здесь дорогого стоит влезть на вот эти вот холмы и долины. Посмотрите сами, посмотрите, я сейчас дам панорамку. Вот, какая красота здесь. Какая здесь красота. Бабочки летают, камни. Чего мы сюда приперлись, скажете вы, да? Вот что тут интересного? Ну, во-первых, здесь эдельвейсы растут, как у нас ромашки на лугах. И кроме эдельвейсов еще многие другие цветочки. Вот. В фотогалерее я все постараюсь показать. А с помощью вот этой маленькой камеры, которая называется Hero Pro 2, я снимаю то, что, вот видите, Даша, она сейчас снимает детей, которые бегают по долине. Вообще бы отсюда бы неплохо бы съездить на тарелочке, да, вот этой пластмассовой с горки. Вот. И нас сюда пригласила турфирма Aksai Travel. И наша задача, мы живем вот там, в тех юртах, вон те юрты, в тех юртах. Вот, фотогалерея там будет, естественно. И тут красиво, тут очень красиво. Уникальное место, заповедник экологический, воздух, от которого просто кружится голова первые сутки. Ну вот после обеда все прошло, поднялись сюда наверх, немножко разогнали кровь, попыли камыс он же, да, называет? Кмыз. Не кумыс, а кмыз. И вот все остальное просто настоящая красота. Даша, скажи для истории что-нибудь сама себе. И? От красоты. И? И? Блин, сейчас не снимать, что? Мы тут, как всегда... Так, ну давайте теперь про съемки. Поднялись на высоту. Тут у нас объективчики лежат. Полтинничек, 17-40, 14, шоколадки, водичка. Экспонометр Ленинград. Вот. Делаем экспозиции. Вот. Смотри, как на высоте вздувается. Купили в магазине нормально, а здесь оно вздувается. Это значит, что здесь разряженный воздух, правильно? Как вот в самолете, да? Вот. Марк D5-2. Марк 2. Объективы. И вот мы готовим фотогалерею, делаем фотоподборку для того, чтобы вам показать на нашем сайте. Смотрите, пожалуйста. Наше дальнейшее включение будет позже, когда мы хотим найти. Здесь есть древние рисунки на камнях, пытаемся их найти. Нам сказали, что здесь за этой горой дальше. Что говоришь, Даша? Священные камни. Ну, в общем-то, прощаемся ненадолго, да?